Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем играть в атмосферный и полный тайн холод. Всем спасибо за подсказки, за отзывы, комментарии. Вот. Оставляете еще больше. Меня это радует, что меня смотрят. Лайкайте. Ну и для этого нужно всего лишь подписаться на канал. Ссылочка будет в описании, либо внизу, в правом нижнем углу. Вот. Итак, мы в прошлый раз исследовали пещеры. Вот. Попугались. Лично я попугался. Прилично так. Вот. И на сегодня у нас задача, наверное, пойдем в лес. Пойдем в лес по грибы, по ягоды. Вот. Ну и по пути, может быть, что-нибудь найдем еще интересное. Да, кстати, я хотел еще посмотреть эти координаты, которые записывали там. Ну, я записывал. Так. Здесь мы были. Эти координаты мы вычеркнем. 30. Ой. 34-45. Это у нас вообще где? Это у нас где-то вот здесь. 45. Вот здесь. Это где-то вот здесь. Давайте, наверное, для начала сходим сюда, посмотрим. А потом уже пойдем в лес. Для этого нам нужно... Так. Если мне не изменяет память, мы записки находили, мы шли сюда. Но самое то, что меня притягивает, это гора, та светящаяся, но ее мы оставим, я думаю, напоследок. Вот эта вот гора, мы ее оставим напоследок. Самое вкусное. Лично для меня. Вот. Так, по-моему, сюда правильно. Здесь вот мы нашли первую записку. Где-то вот на камнях здесь она была. Вот. Кстати, еще на тех рунах, рядом с теми рунами, тоже есть координаты. Надо будет их переписать, не забыть. Так. Сюда. Давайте включим фонарик. Может, пока духов этих нету здесь. Ну, я так предполагаю. Нужно вернуться на тот мост. Еще мне говорили то, что в лесу, там где-то рядом с лесом, есть избушка, где очень страшно. Можно будет посетить, попробовать, если мы ее найдем. Так, мы на мосту. Мы на мосту. У нас координаты 34-45. Вот здесь где-то. Это получается. Если идем так. Нам от моста надо уходить направо. Это то бишь. Вот сюда, что ли? Куда-то. Или после моста. Что-то я не понимаю. Как раз, да, вот напротив моста. Куда-то сюда, что ли? Где-то здесь должна быть у нас
Записка. Наверное, вон там где-то. Но пока я не слышу ничего, никаких шорохов. Ничего. Ну вот это та дорога, куда, когда мы шли к этой. Так что здесь. Здесь у нас ничего. Это та дорога, по которой мы шли к пещерам, получается. Блин, что за звуки? Опять мы не туда пришли, мы ушли вот сюда куда-то. Полагаю, вот он, замерзшее озеро. Нет, давайте, наверное вернемся обратно. Так, мы вернулись. Куда нам нужно-то вообще? Так, здесь координаты еще. Здесь мы были или не были на этих координатах? Давайте запишем. 27N52E. 27 52. Да. Эту записку мы нашли. Черта, я не понимаю, что. По-любому ходим вокруг да около. Еще одна записка у нас была вон там наверху. Еще одна записка у нас была наверху. Это получается вот она. Вот это. Вот она, записка вроде. Или какая-то из них. Нам вот надо вот. Вот. Вот сюда вот куда-то. Давайте попробуем обойти. Все-таки первый раз, когда мы проходили, мы пропустили что-то. Вот она, одна записка была здесь. Там слишком высоко, мы разобьемся, если упадем. Куда нам надо?
Вторая записка была вот здесь. Ох-хо-хо. Тут мы обогнули. Но сейчас мы находимся вот здесь. Нам нужно все равно назад. Где ж ты, чертова записка? Чертов листок. Ой-ё. Аккуратненько, аккуратно. Не разбиться бы. Может, где-то здесь? Тоже ничего не вижу полезного и не слышу. Только ветер завывает. Странно, странно, конечно. Ходим, наверное, вокруг да около. Здесь тоже ничего нет. О! А, нет, дальше не пройти. Блин, застрял в текстурах. Высоко, мы разобьемся, если пойдем туда. По идее, надо держаться, я так понимаю, левой стороны. Получается, опять идем. Идем опять туда, где мы были уже. Где, может, все-таки залезть можно? Нет. Так. Вон и мост какой-то. Нужно как-то поверху, что ли, идти? Как-то забраться можно. Нет, не забирается он здесь.
Ладно, друзья, давайте отправимся в лес. С этой запиской мы разберемся позже. Если это записка, конечно. Итак, я вернулся к тем координатам, которые, про которые я говорил. Давайте их запишем. 35N50E. Посмотрим, где это находится. Опять где-то вот в этой стороне 35. А нет, вообще вот здесь. Где-то вот здесь вообще. 35 50. А, ну мы здесь были. Так что, значит, надо вычеркнуть его. Вычеркиваем. Это тоже вычеркиваем. Итак. Судя по карте, чтобы попасть в лес, мы идем, нам надо идти сюда. Уходить влево, получается. Так, оттуда мы пришли в прошлый раз. Ходим туда, вон, в то ущелье. Как же все-таки скрипят деревья. Луна, смотрите, какая большая. Полнолуние. Ну, пока свет от луны нам освещает дорогу. Волчары завыли. Вы меня больше не пугаете. Идем прямиком в лес. Темный, страшный лес. Какие тайны поведает он нам. Показалось, что-то лежит. Так. И тут у нас получается какая-то развилка, что ли? Или что это? Или там тупик? Дерево. Похоже, что здесь... Нет, забрались, смотрите. А, здесь у нас тупик. Что-то опять в хвоенных деревьях застрял. Значит, идем сюда, у нас одна дорога получается. Идем по луне. О, о! Слышу записку. Сейчас мы узнаем, где мы находимся. Только вон она. Надо найти, то есть мы уже нашли, почитать надо ее, и мы узнаем, где мы. Так, внимание, психопат на свободе. Опасный преступник сбежал из московской психиатрической клинической больницы. Нам сообщили, что мужчина полностью психически неадекватный и бредит. Ого. Подробности. У меня сразу промелькнула мысль, что психически вот этот пациент, нездоровый пациент, это наш герой.
почему-то у меня сразу проскочила такая мысль. Так, мы пришли оттуда, тут у нас развилка, и либо туда, либо сюда. Давайте посмотрим на карте, где мы находимся вообще. Так, ну вот, получается, если мы пойдем прямо, мы попадаем в лес. Наш таинственный темный лес. Если пойдем сюда, то мы обогнем. Так, попадем к пещерам, получается. Если сюда свернем. Давайте, наверное, сделаем круг. Вот. Сделаем круг. Может, там что-то интересное будет. Так, получается, мы стоим спиной к записке. Спиной. Нам надо уходить влево. Вот сюда. Дома пил горячий чай, ел печеньки. Жесть. А вместо этого он шарится не пойми где в поисках разгадок на тайны, но все глубже углубляется куда-то в вопросы. Если я понял правильно из подсказок, которые мне давали, то избушка должна быть это в лесу, да? Так смотреть по сторонам, ходить. Ну, если уж не найдем, то подписывайтесь в комментариях, и в последующих сериях мы вернемся. Такс, получается, я так предполагаю, мы стоим сейчас вот здесь, и нам надо сворачивать вправо. Так как та дорога нас выведет, снова тотема, та дорога нас выведет к пещерам. Там мы уже были, туда нам уже не надо. Громче стали выть. Неужели придется от них убегать? Попали в какой-то еще один лес. Мне писали, да, в комментариях, что в этой игре есть два леса. Как ветер завывает. Жесть. Здесь у нас ничего нет, получается. Вот такой звук я... О, еще один тотем. Такой звук, я понимаю, издается за счет деревьев. Это деревья так шумят. Так, туда дорога, сюда дорога. Да, заблудиться в лесу, как два пальца об асфальт. С
смотрите, замерзшее озеро какое-то. Сосуленьки. Так, а здесь на карте есть оно, замерзшее озеро? А, получается, мы сейчас опять к своим этим пещерам тем выйдем, если сюда пойдем. Я так предполагаю. Значит, нам надо идти сюда. Оп. Аккуратненько. Не разбейся. Ого-го! Офигеть, еще и дым, желтый дым опять. Надо бежать. Надо бежать. Куда? Глаза глядят. То есть не куда глаза глядят, а за этими фантомами. За этими призраками, добрыми призраками. Так. Тихо. Смогу ли я? Один побежал куда-то туда. Ох, а мы забрели куда-то в чащу леса. Опа, какие-то... Так, а дым, по-моему, я так понимаю, все. 47-70. 47-73. 73. И что нам это даст? 47. А. Что нам это даст? Мы уже взяли эту записку. Уже все понабирали. Вычеркиваем. Так, чувак там побежал куда-то в сторону. Вот сюда он свернул. Это пещера. Записка. Где ты, родимая? Где-то здесь я её слышу. О! Погода довольно хорошая. Ветер подгоняет нас в спину. Мы договорились с местными, что они подбросят нас до второго лагеря. Помогли разгрузить ящики и стали ждать лошадей. Примерно в 4 часа вечера продолжили наше путешествие. Нам удалось пополнить съестные припасы, чтобы была какая-то еда на пути туда. Лошади идут медленно. Из-за этого меня клонит в сон. Темнеет. Второй лагерь оказался заброшенной деревней. Мы нашли дом, в котором можно остаться на ночь. В полной темноте начали топить печь. Все поцарапались от торчащей из досок гвозди. А в остальном все было в порядке. А потом началось это. Это что? Я так понимаю, вот она про этот дом, она говорит, про эту хижину, про которую мне писали, да? Я надеюсь, я все правильно понял. Так, где мы находимся? Мы находимся вообще вот здесь. Кстати,
Ладно. Там какое-то дерево было. Смотрите. Просто трешовое дерево с какой-то аномалией непонятной. Искажение пространства. Помните, да, писалось в записках? Тотем какой-то. Так, я понимаю, эта дорога ведет к пещерам. Пещерам нам туда не надо. В принципе, столько ходов, и все они ведут почти в одни и те же места. Давайте отправимся к дереву, посмотрим, что это за дерево. И начнем двигаться к лесу. Лесу игрушка притормаживает. Вот он, лес. Ой, не лес, дерево. Страхово подходить. Смотрите, как просто снег здесь разбивается. Опа. Ха. Прикольно. Туда так подходишь, и все так утихает сразу. Все. Давайте возьмем. Наконец-то мы добрались до перевала. Слава богу. У нас получилось. В дороге я чувствовал, что кто-то за нами следит. Я слышал странный шепот. Время от времени даже замечал краем глаза тень в гуще деревьев. Были моменты, когда я чувствовал чье-то дыхание у меня за спиной. Но когда я поворачивался, слыша хруст снега под ботинками, за мной никого не было. Такое впечатление, что все это место — какой-то ужасный алтарь безумия.
и все вокруг какое-то неправильное. Или это какой-то кошмар? А потом мы нашли тела. Что-то подсказывало мне, что лучше не искать. Но что-то здесь было не так. Или, может, просто какой-то голос в моей голове повторял. «Давай, спустись туда!» Я отчетливо слышу его даже сейчас. И я спустился вниз и нашел остальных четырех. Они выглядели так. Не могу и представить, что с ними случилось. Я не могу описать это в подробностях. Разможенные черепа, перекрученные конечности, торчащие ребра, разорванная, порезанная, сгоревшая кожа. Никогда не видел ничего подобного. Отвратительное порождение безумия или какого-то извращенного эксперимента, будто что-то игралось с ними и бросило сломанные игрушки в лесу. И я почувствовал, что мою душу медленно, но верно охватывает безумие. Жесть, конечно, жесть. Но есть, кстати, такие предположения, что это дело рук местных жителей было. А, ну в начале игры это говорили. Вот. Так, мы взяли записку, где мы находимся. Мы находимся вот здесь. Нам бы еще вот сюда как-то попасть, да? Было бы здорово. Чтобы нам туда попасть, так, нам нужно... Не послышалось или какие-то шаги были? Ох, от... Надо нам таких приключений. Где там был вход? Пещера. Так. Нет, беги. Дорога прямо ведет к этим пещерам. Где-то там, где мы взяли записку, там есть распутье такое небольшое. Здесь где-то должно быть. Где-то вот здесь надо смотреть.
Что это было сейчас? Так, здесь мы взяли записку. Мы стоим сейчас вот здесь. Вот дорога идет к дереву. Так, понятно. Дерево. И вот дерево нам надо идти. Так, вот прямо, прямо, прямо. Такая будет отвороточка. Ходы найти. Так. Да нет здесь ничего. О, жесть, а. Окей, ладно. Двигаемся тогда туда, за дерево. Все-таки наша цель — это найти тот мертвый лес. А если туда? Понятно, мы там были. Блин, 10 раз по одним и тем же местам бегаю. Так, надо быть здесь аккуратным. Здесь у нас гуляют духи. Смотрите, там замерзшее все. Смогу я забраться? Нет. О, пещера. И ничего нету в этой пещере. Двигаемся дальше тогда. Там что-то красное. Или это вышка? О, да ладно. Мы пришли. Друзья, мы пришли. Надеюсь, здесь не будет никого. Блин, как же страхово там, а? Какой же он все-таки темный. Ого. Костер.
какой же он все-таки мрачный, просто мрачный. Надо сохраниться. Я надеюсь, здесь духов не будет. Или тоже будут. Отлично, мы сохранились. Мы находимся как раз перед... как раз перед лесом. Давайте посмотрим. Здесь должно быть что-то. Что-то, что нам должно рассказать какие-то тайны все-таки, а не больше вопросов. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Все-таки они здесь есть. И он идет в мою сторону, походу. Да жесть, ё-моё. Отвали от меня. Блин, мое кольцо кальмара сжимается просто. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Да, я слышу записку. Только начинает садиться. Я вижу это отчетливо, как наяву. Словно я сам стою посреди леса. Я не понимаю, что происходит с реальностью. Я пишу своей кровью на дереве свое имя. Антон. Нет, не мое. Его. Солнце только начинает садиться. Оранжевый туман. Меня окружает оранжевый туман. Я вижу, как их тела выходят из-за деревьев. Я слышу крик. Леденящий кровь крик ужаса. Это мой голос? Наверное, да. Но где Антон? Откуда он пришел? Как он попал внутрь? Солнце только начинает садиться. Он во мне. Он в моей голове. Он просачивается через мои глаза. Глаза – зеркало души. У него нет души. Где Антон? Я падаю в бездонную бездну. Падаю в горное ущелье. Мертвые гниющие руки ловят меня в падении. Я чувствую, как они шепчут мне в ухо. Теперь ты наш. Ты останешься с нами навсегда. Я их зову. Я зову Антона. Где Антон? Я не знаю. Я ничего не вижу. Мои глаза залиты кровью. Мне нужно спасаться. Мне нужно бежать. Мне нужно бежать. Солнце... только начинает садиться. Жесть. Что за Антон? Кто такой Антон? Блин. Так. Отлично. Мы открыли локацию. Такое ощущение, как будто кто-то дышит. Дышит мне прям в ухо. Так, а если, может, мы сможем это... отсюда пробраться к тем координатам.
По идее, мы взяли сейчас записку, и духи должны пропасть были. Так. Мы где-то здесь. Давайте, может, к костру отойдем. Так будет более как-то понятнее. Так, где костер? Где костер? Я как тот автор. Где Антон? Где костер? Так. Вот, мы у костра. Мы у костра. Стоим лицом к лесу. Нам нужно пройти до леса и свернуть налево. Так. Проходим до леса и сворачиваем налево. Да как туда попасть-то на это? Он что, на горе, что ли? Те координаты. Ну, тут дерево. Тут не пробраться нифига. Что, деревья? Нет. Прохода нет. Так. Слышите, да? Или это... Записка шуршит, либо это деревья скрипят. Как туда попасть? Ну же, ну же. Какой-нибудь проходик, ну. Вот. По ходу дела. О! Вещи чьи-то. Отлично, мы нашли, нашли. Так, запись устных показаний Бориса В. 5-летнего мальчика, который, возможно, подвергся воздействию неизвестной силы, которая вызвала смерть 12 человек в комплексе Владимир 30. Борис В. Я видел вас во сне. Вы задавали мне те же вопросы, что и сейчас. За вами стоял тот же мужчина. Доктор Григорий Атанович. Борис, за мной никто не стоит. Здесь никого нет. Нет, доктор. Этот мужчина хочет, чтобы я вам передал, что в оранжевом свете мир выглядит красивее, и просит вас посетить камеру номер 7 секции 22. Откуда ты знаешь все это, Борис? Твой отец работает в нашем отделе? Нет, Григорий, сукин ты сын. Я видел это собственными глазами. Я видел, как ты ведешь людей к глазу Бога. Я видел, как горит их кожа и выламываются руки. Я видел кошмары, которыми они заполнили их разум. Ты действительно думаешь, что никто об этом не знает? Думаешь, никто не выжил? Он показал. Конец записи. Значит так... Теперь все сходится к тому, что были эксперименты, ставили опыты над людьми, и все погибли, кроме одного. И вот этот один, скорее всего, и причастен к смерти группы Дятлова, я так предполагаю. Мы
это всего лишь мои догадки. Как бы... Если я не прав, то я не прав. Так. Возвращаемся обратно туда, в лес. Так, туда углубляться не будем, а то еще вылезут духи, монстры, и нас едят. Идем к костру. Так. Здесь мы все облазили. Вот эта местность у нас не обследована. Хотя там вроде ничего такого не было. Вроде как здесь мы прошли, здесь мы проходили тоже, да? Ничего такого не было. Вот. Здесь мы были. Здесь мы не нашли ничего. Так, а что у нас из этого? У нас три неоткрытых локации еще. Вот здесь мы не были. Получается. Вот здесь мы не были. Это две. Так. 752. 752. Это вот это? Так. 54. 61. 54. А, вот здесь. Вот еще где. Здесь, вот здесь. И вот здесь. Три локации получается. Ну что, давайте вернемся в наш лагерь. Вернулись в наш лагерь и сохранились. И на этом я, наверное, заканчиваю, дорогие друзья. Мы исследовали лес. Смотрели тайны леса, мертвого леса или сгоревшего леса, как его называют. Вот, непонятно. В следующей серии мы отправимся вот сюда. Потом же вот сюда. И самое вкусное вот сюда. Я предполагаю, вот эта гора. Да. Ну, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, если не понравилось. Вот, комментируйте, оставляйте отзывы, разводите дискуссии. Только прошу друг друга не обсирать, уважать чужое мнение. Ну, мнение других, не то, что чужое мнение, а мнение других. Вот. Мы все-таки не звери. Я со всеми прощаюсь. До новых встреч, до новых прохождений. Всем пока-пока.